Всем привет, мы на линче 2-119 против нас. Конь f3. Ну, стандарт. Первые два хода стандарт у меня. d4, конь f3, а дальше по ситуации. Например, можно вот такое катать. Филидор, да? Солнце 4. Конь g5 не пустил где-то, да? Ну да ладно, 2-0. А6-то ход лишний в этой позиции, но как это доказать, не очень понятно. Побили. Так, ферзь Е2. Чтобы не менять ферзей, чтобы ладью на Д1 поставить. Ладья Д1. Можно пойти H3, тоже может показаться, что это, но я поле G4 отнял, чтобы слона на Е3 поставить. И хоть там, хотел сказать, план видел, что там толкать пешки на ферзевом. Так, надо пешку эту держать. Ну, на Е4. Потому что грозит B4 на Е4 забрать. Этого давать нельзя ему. Да, конь теперь на C3 не очень удачный. Надо его переводить. Поведу на d2. А дальше видно будет. Дальше будет видно. Так, а он своего коня на c5 повел, да? Такая тягучая борьба. Может вообще подорвать. Это дело его. Он пешку b5 так бодро поставил, поэтому подвязал пока. Подцеплять эти пешки охота ему. И два слона туда смотрят. Два слона смотрят. Побил. Не уверен в этом его решении. Потому что у него что-то связки. И слон завис вот сейчас. Он... Ничего не понимаю. Почему не могу пойти b4? Слон-то связан. То есть лишние фигуры. Сейчас будет у нас. И легко выигранная позиция. 19-й ход только. Ну да. Самое время сдаться. Ну давай еще одну. В этот раз будет две партии, потому что первый вышел так себе. А, повторяет за мной, да? D4, конь f3. А вот это не люблю. То сейчас будет, как это, лондонская система. Да-да, вот, слона за цепочку вывел, чернопольного. Стоп. Не, задвинул. Я думал, H6, H5, G5. Закрыть ему дело это. Но нет, не нравится мне это. Его слон на d3 был бы слишком сильный. А так конь d7. И надо готовить e5 ход. Или c5. Или c5. Давайте c5. Так он профилактикой пока занимается. Может вообще b5 пешку скинуть? Нет, не буду. Просто накачу. b5, b4. Он вперед пошел, да? Пусть идет. Мы тоже пошли. Потом по центру, это всегда опасней. Вроде как считается. Но идем дальше. Хочу побить на c3, разрушить его. Королевское прикрытие. Если он бьет, бьет. Линия c вскрывается. Так. Я не вижу противопоказаний ходу конь d5. Я же темпом нападаю на слона и на c3. f5. А конь бьет c3 шаг и без ферзя. Что вообще за ход ферзь e4? Побили. Нет, качество отдавать не будем.
Так, а как нам... Сейчас. Ладья был... Посом пробьет на d6. Ладно, фиг с ним. Ничего там страшного не вижу. Шах. Конь b34. Взяли, взяли. Он сейчас, конечно, побьет у меня на b8. У меня же конь, и вообще все очень плохо. Соперник не очень прозорливый в тактике. Не, не, хватит, слишком скучно. Всем пока.